Всем большой привет! Вы на канале Бирьёмин и меня зовут Тоня. Сегодня мы с вами сделаем отличную тренировку для того, чтобы убрать жир в области подмышек, а также приподнять нашу грудь, сохранить ее здоровой и молодой. Эта тренировка реально работает. Вы можете посмотреть на меня до, какая я была раньше. Для тренировки нам понадобятся либо гантели, либо бутылки с водой, либо можете делать вообще без ничего, вы все равно почувствуете нагрузку. Итак, не забудьте поставить лайк под этим видео перед началом, и мы начинаем. Итак, первое упражнение – S-образные повороты рук. Поворачиваем вниз, вверх, вниз, вверх. Когда поворачиваем вниз, чувствуем напряжение в районе подмышек и груди. Отлично, завершили. Для следующего упражнения берем гантели. Руки перед собой. Разводим. Сводим. Руки высоко не поднимайте, примерно на уровне груди. Когда сводим руки, чувствуем напряжение в области груди и подмышек. Обязательно пишите в комментариях, когда вы начинаете, как прошла ваша первая тренировка и какие ваши цели. Давайте будем поддерживать друг друга в комментариях и ставить друг другу лайки. Далее у нас пружинка от груди. Вытягиваем руки слегка, сгибаем их в локтях и выполняем пружинку. Тут важно не как вы высоко поднимаете руки, а как вы чувствуете напряжение именно в районе груди. Прочувствуйте этот момент. Отлично, завершили. Опускаемся вниз и выполняем отжимания от колен. Таз подкручиваем внутрь и стараемся распределить весь вес тела именно на руки. Далее выполняем махи по диагонали. Также руки слегка согнуты, чтобы не повредить свои суставы. Поднимайте руки невысоко, примерно до уровня плеч. Главное, чувствуйте напряжение. Ух, отлично. Принимаем положение верхней планки, руку в сторону, под себя, в сторону, под себя. Напрягайте пресс, сохраняйте равновесие. Завершили, и сейчас будем делать то же самое на другую сторону. Давайте, давайте, активнее! Вы молодцы!
Далее у нас жим от груди. Берем гантель и выталкиваем гантель вверх на уровне груди. Слегка сводим руки. Выдох. Молодцы. Чувствуем напряжение. Именно поймите этот момент так, чтобы у вас работала именно нужная область. Замечательно. Слегка сгибаем руки и заводим их максимально назад. Тянемся, 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 спина ровная. Обратно. Молодцы. Завершили. Снова берем гантели и будем выполнять махи перед собой двумя руками. Руки также слегка согнуты. Выдох. Выдох. Отлично, продолжайте. Спина ровная. Мы работаем только руками. Завершили. Далее снова выполняем отжимания от колен. Давайте еще. Не сдавайтесь. Завершили. Складываем руки в молитву перед собой, перед лицом и сводим локти. Когда сводим локти, чувствуем, как напрягаются у нас мышцы в районе груди и подмышек. Замечательно. Далее встаем в верхнюю планку и будем делать такие небольшие шаги на руках в бок. Давайте, давайте, не сдавайтесь, продолжайте. Всем тяжело, но кто сможет дойти до конца, тот самый сильный и самый красивый. Снова складываем руки в молитве и выполняем пульсирующие движения вверх-вниз, вверх-вниз. Чувствуем, как работают наши грудные мышцы. Давайте, 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 уже жжется, но мы молодцы. Отлично, вы огромные умнички, мы с вами завершили тренировку.
Вы огромные молодцы, если вы досмотрели до этого момента. Наша тренировка подошла к концу. Я уверена, что вы чувствуете жжение в районе подмышек, и это круто, это просто замечательно. Делайте эту тренировку через день для лучшего результата. Конечно же, помните, что нельзя похудеть только с помощью упражнений, важно также питание, поэтому приглашаю вас на свой марафон, ссылочка в описании, старт 16 октября. А мы встретимся с вами в следующих видео. Пока!